С 22 по 24 сентября город станет большой концертной площадкой для проведения праздничных мероприятий в честь Дней Славянского района и Славянска на Кубани. Гостей праздника ждут концерты и спортивные развлечения, мастер-классы и флешмобы, выставки и увлекательные квесты. Приходите семьями вместе с детьми и друзьями, каждому найдется отдых по душе. О времени и месте проведения праздничных мероприятий смотрите в следующем материале выпуска. Организаторы праздничных торжеств по случаю Дня города и района позаботились об интересном и увлекательном отдыхе для всех славянцев. 22 сентября в парке имени Григория Пономаренко откроется выставка прикладного творчества, ремесел и живописи «Город мастеров». Оренбургские пуховые платки, посуда с хохломской росписью, матрешки, картины, керамика. В общем, здесь будет на что посмотреть. Хранители древних народных промыслов приедут сюда не только для того, чтобы показать, что они умеют делать, но и для того, чтобы передать свои знания. На ярмарке каждый желающий может самостоятельно освоить профессию древних мастеров, узнать историю и традиции народных промыслов. Ярмарка будет работать в течение всех трех праздничных дней. Кроме традиционных мероприятий, в Дни города и района славянцев ждут и необычные парады. Так, 23 сентября в Славянске на Кубани состоится второй городской флешмоб «Парад близнецов». В нем могут принять участие все желающие близнецы и двойняшки старше 7 лет. В 15:30 участники пройдут по театральной площади праздничным шествием, которое завершится танцами. Сейчас ведется прием заявок на участие во флешмобе. По всем вопросам обращаться 405-36. Спорт и красота. Именно так можно в двух словах описать еще одно праздничное мероприятие, которое пройдет в День города и района. 23 сентября в 14:30 от фонтана по улице Красной стартует конкурс-парад «Леди на велосипеде». Прекрасные участницы конкурса проедут до театральной площади, где состоится награждение победительниц. Конкурс проводится в двух номинациях. Эксперимент, образ участницы и украшение велосипеда должны быть выполнены из вторичного сырья и упаковочного материала. Еще одна номинация – в гармонии с природой. Образ и украшения должны быть сделаны из природных материалов и цветов. Прием заявок на участие в конкурсе продолжается. Спешите творить и удивлять. Заявку необходимо подать в городской дом культуры, кабинет номер 20. Телефон 405-36.